Ребята, это сказка. Это все хорошо, но один есть минус. Туалет, негде ходить абсолютно. Здесь все так чисто и культурно. Все такие культурные, нахуй даже некого послать. А так, шоколад. Еще одна проблема. Ну как проблема? Ну, не совсем проблема, блядь. Мост не можем найти. Покажи мост. Мост. Мы думали, что вот этот мост раздвигается. Но нет, он нихуя не раздвигается. Там тросов нету, Антон сказал. Тросов там нихуя нету. Вода теплая, мы уже купались. Заебись. Так, где наше-то общежитие? Отлично. Общежитие? Это не общежитие. Это лучший в мире отель. Лучший. Там все как в лучших домах мира. Люкс. Люкс, номер люкс. Лох, Питер, нет друзей. Там он здесь снимает еще. Мама, я в Питере. Это не надо, это Санкт-Петербург, здесь не орел. Попробуй водичку, как она теплая. Ну так, на руку. Хоть скажешь, что ты не рукой Ниву трогал. Понимаешь, ты трогал Ниву. Как там вода? Ай, отлично, дай чуть-чуть. Эх, Нива, хороша, блядь. Хороша Нива. Здоровенная Нива. Вот, это Санкт-Петербург. 14 часов в поезде. Дешевое пиво. Лосиный берег. Голимые проводники, соседи, и вот это все здесь. Вот это Эрмитаж. Господи. Иисус, вот это Эрмитаж, короче. Вот это Антон. Вот там мост какой-то, тоже нераздвижной нихуя. А где наш Шарага? Где наш Шарага? А, вон наш Шарага. Ну, как Шарага, отель. А моста раздвижного нихуя нету. Вот соска питерская идет. Питер, встречай! Молодик. Где, где? А, вот Молодик. Сейчас покажем. Вот, Молодик питерский. Сейчас повтыкаем на волны. Здесь рыбы, блядь. Амир бездонный, верный шелест, он прибрежный. Над тобой стою, как в море, над тобой стою, как в море. Нашей юности надежда. Отлично.